Если вы любитель красной рыбы, то точно можете научиться засаливать ее самостоятельно. К тому же это очень просто и легко. Понадобится любая красная рыба, мелкорубленный укроп, также посолочная смесь, сахар и соль, перец белый и немного коньяка. Добавляю к посолочной смеси укроп мелкорубленный и перетираю укроп пальцами. Потом добавляю немного коньяка и снова все перемешиваю. Рыбу натираю белым перцем и распределяю сверху посолочную смесь. Потом перекладываю рыбу в контейнер, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник минимум на 12 часов. И вуаля, все готово. Остается дело за малым, я срезаю кожу тонким ножом и нарезаю филе. Ну все, теперь можно наслаждаться обалденным вкусом. А подробный рецепт найдете в описании к этому видео. Всем пока-пока!